Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Часто люди думают, что банки сливают информацию, об этом пишут много в комментариях, что банки сливают информацию, что вся информация о наших транзакциях в банках и по картам известна сразу же налоговой, там, судебным приставам, всем прочим. Сейчас я докажу, что это не так. Как я докажу? Смотрите, где-то почти год назад я влетел в аварию очередную, и, значит, там был виноват я, соответственно, значит, там, ну, ОСАГИ не хватило, понятно, мне как-то сообщили, что есть там, ну, оценка там и так далее, страховая компания имеет ко мне претензии на 43 тысячи рублей, вот, и... Ну, что это значит? Это значит, что будет исполнительный лист когда-то. Я, как вы знаете, никогда не тороплюсь заплатить деньги, поэтому я ничего не делал. И вот, недавно, буквально вчера, захожу я в свой Тинькофф, на сайт Тинькова, в личный кабинет. Что я вижу? Я вижу, что появился один... счет от госорганов. Ну, я смотрю, так сказать, ну, обычно там штрафы, тут не штрафы, а, значит, вот это исполнительное производство, исполнительный лист появился, и Тиньков предлагает, давайте заплатим или не заплатим. Ну, я, естественно, как бы не тороплюсь заплатить по исполнительному листу. Вот. Сегодня с утра просыпаюсь. И вижу смс-ку от Сбербанка. Вы ее сейчас видите. Со Сбербанка списаны 2000 рублей. На Тинькове у меня сумма больше, чем сумма иска, там 43 тысячи рублей, больше. Я вчера беспрепятственно снял деньги с Тинькова, совершенно беспрепятственно, совершенно спокойно, значит, там плачу дальше. Картой Тинькова никаких проблем я не испытываю, деньги не списаны, а со Сбербанка списаны. Почему? Потому что, как я и говорил всегда, судебные приставы не имеют доступа к счетам клиентов, они не имеют доступа, они, во-первых, не видят, сколько денег на счетах у клиентов банка, и, во-вторых, они даже не знают, в каких банках открыты счета. Нет у них этой информации. Что они делают? Они помещают в общий, значит, исполнительный лист, размещается в открытом доступе, это есть. Все исполнительные листы размещаются в открытом доступе. Тиньков этот исполнительный лист увидел и предложил мне его оплатить. А что делают судебные приставы? А судебные приставы берут и совершенно тупо направляют платежное требование куда? В Сбербанк, правильно. В самый известный банк, который рядом. Они всегда это делают. И... Вот вы видите, что со Сбербанка, значит, там денежка тут же моментально слезалась. С Тинькова нет. Почему? Потому что платежные требования судебные приставы направляют всегда только в один банк. Ну, я не хочу, чтобы вы обольщались, чтобы вы думали, что такого не будет никогда, потому что, скорее всего, наладят этот мониторинг, что судебные приставы, скорее всего, скоро будут видеть, в каких счетах открыты у людей, в каких банках открыты счета. Вот, открыты счета, но сколько денег на счете, они по-прежнему не будут видеть, это незаконно. Банк не должен разглашать тайну вкладов и не разглашает ее. А если судебный пристав направит в банк, например, запрос, то есть как бы сколько денег, то банк обязан на этот запрос ответить. Это уже обязанность банка, но не право. То есть банк может разгласить вот эту информацию только по запросу. И вы видите это подтверждение этому. То есть платежные требования судебные приставы направляют однозначно в Сбербанк, только в Сбербанк,
и больше никуда. Вот, и поэтому делайте выводы, где хранить деньги. Вот, я со Сбербанка только что снял деньги, но вот эти деньги пришли, там 2000 рублей, их тут же Сбербанк перечислил по платежному требованию. Ну, будут приходить деньги, будут постепенно по платежному требованию эти деньги выплачиваться. Вот таким образом я ответил доказательно, что судебные приставы не имеют доступа к нашим счетам и к нашим долгам. Точно так же налоговая инспекция не имеет такого доступа. Я вас уверяю. Вот, ну, по налогам у меня нет задолженностей, поэтому здесь нет никаких проблем. Поэтому не надо ля-ля о том, что финмониторинг видит все и вообще, так сказать, там и так далее. Вот. Да, у банка есть своя внутренняя служба, да, они мониторят информацию о переводах, они, значит, отсеивают какие-то подозрительные переводы. Это понятно, потому что иначе при проверке банка вышестоящей организации, значит, у банка будут огромные штрафы, если банк такие операции видит и не прав, и, сказать, и как бы и не замечает. Поэтому да, у банка есть, он отслеживает какие-то сомнительные операции, но и только он их не сообщает налоговую. Вот такие дела. Оставайтесь на моем канале. С вами был Демитков Юрий. Я буду держать вас в курсе всех событий, и мой канал посвящен просвещению людей о том, что творится в финансовом мире и как использовать эти инструменты. До встречи!